для нашего собрания. Вероятно, потому что на машинах поехали. А всех предупреждали строго-настрого. Не надо ездить на машинах. Езжайте на общественном транспорте. С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Сейчас замечательные такие дни стоят. Обычно, ну, как-то приходишь, привет, уходишь, счастливо сейчас наступающим, и вот ты приходишь, вообще уходишь. Я до сих пор так этому привыкнуть не могу. Времени-то осталось, вот поздравляю, не так много. Но все равно это очень приятно. Вчера мы с соседями встретились в магазине. Они нас поздравили, мы им поздравили. Есть повод для разговора. Всегда. Кофе выпил. Дорогие друзья, сегодня наш концерт называется «Диалог о новогодней елке». Мы его проводим уже вот этот традиционный 28 декабря. Мы с друзьями каждый год ходим. Вот с Евгением Николаевичем. Он рассказывает байки, мы поем, зрители поют, и вот это мероприятие наше ему уже в этом году исполняется 10 лет. Ровно. Юбилей! Вот, мы счастливы вас приветствовать. Очень приятно, что сегодня полный зал. Жаль, что не все добрались. Но люди будут потихоньку заходить, добираться. Вы на них не ругайтесь. Ну, опоздали, опоздали. Что ж поделаешь? Порадуемся нашим новым гостям. Будем приглашать их, проводить рядом. Ну и начнем мы, конечно, нашу программу с традиционного новогоднего гимна, который написал наш традиционный гимнописец. Музыка Никитина и Горковского. Под бубнарев нас яс не трогает.
Снег, никого.
без причуд в чем-то в прелестях материи, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек, один зимний день сквозном пройдет и не задернутый гордин. Концертах, которые вообще хоровому пению посвящены, которые называются «Споемте, друзья», но и для наших собственных мы с удовольствием выполняем заявки во втором отделении. Так что вы сейчас можете их сформировать, осмыслить и нам в вежливой форме сообщить. Заступник. Да, и мы с удовольствием попробуем их исполнить, если, конечно, будем знать эти песни. Знать и помнить. И любить. Три обстоятельства. Это не просто все, что мало. А сейчас по просьбе мальчика Жени из города Кургана прозвучит песня Анатолия Киреева, его друга. Я очень долгие годы работал с Антоном Николаевичем. И вот что его отличает всегда от других людей, с которыми тоже довелось работать, у него всегда четко написанная программа. Шаг влево, шаг вправо, да невозможно. Вот, и вдруг, я уж не помню где, но этот зал такой попался, очень хорошо принимали. Так прям, и вот он расслабился и решил немножко куда-то свернуть. Для меня тоже это было ново, а он такой любитель подвижных песен. И вот, говорит, а давай надо сейчас пойти, начинаем. Я не узнал ее сразу. А вот это. Но эту песню я узнавал всегда. С первых тактов. Очень много аккордов на Анатолий Николаевич всегда есть. Слезки в колесках бегут из глаз, и кричат, не догонишь
снежки. Связки на колесках бегут из глаз и кричат «не догонишь, не догонишь нас». Закончится он вовремя. А если попросите, я вас пораньше отпущу. Романс. Теплый романс под лаской плюшевого пледа. Девушка. Пойдем. Под лаской плюшевого пледа вчерашний вызывал сон. Всякий раз их выступление совпадало, то есть мы были почти перед ними, они выходили к сцене, и вот так вот слушали, смотрели чего-то там, а мы там отворили калитку, затворили калитку, громкие такие. А я в то время молодой был, и запада поклонник такой, думаю, ну, стыдно такая. Вот. А потом как-то мы разговаривали с ними, и говорили, да что вот вы поете, что это такая за музыка, для них абсолютно непонятно. А я говорю, ну вот это вот русский романс, городской романс, как правило, там страдания какие-то про любовь. А он говорит, ну нет, романс не знаю, это Russian Jazz.
Потому что для них вот эта вот музыка, которая лишена железного ритма, которая непредсказуема с точки зрения там, громкости, там, вот этой вот изменчивости. А ведь для нас на танцорке все естественно. Здесь громко, здесь тихо, здесь медленно, здесь быстро. И это, в общем, не надо объяснять никому. Вот поэтому русский романс, он действительно уникален. Это Russian Jazz. Да, главное, что мы все его можем петь хором. И давай я даже отложу то, что собиралась. А сейчас мы с вами еще один романс из жестокого романса споем хором, да? Для нас хором спеть романс не вопрос. Ничего не спеть. И вот мы сейчас без ритма, без без темпа, без всяких организаций внешней, да. Мы надеемся, что мы все получим. А увидите, какой слаженный будет хор, девчонки. Присоединяемся. Я
с королевой счастье знаменою, и был король бессовестно рогат, и нож точим расправиться со мною. Один мой брат на дальних островах нашел покой, уставший буралесить. Другой рискнув, продулся в пух и прах. Ну а я король велел повесить. И все же братьев я не посрамил, но воплотил их сил соединение. И как моряк стихию бороздил, и как игрок молиться о везении. Я тоже мог прославиться в другом, я тоже мог иному гнев на певу стать приходом или игроком. Но я, увы, влюбился в королеву. Thank you.
Завчалась и даже в один
кого-то в кафе пьянка, а к вечеру добыл два рыбных заказа, который сменял на два билета на таганку. Наивно ожидаем секретики старые, когда ж мы кончим брать на самом деле дистанции с названием «Проводимые миры». Но как сказал другой поэт, уж сорок близится, счастья все нет. Они со своим спорным вечером после программы «Время», когда бюро прогнозов навещало нам солнце, а в окно было видно, как собираются дожди. Она ему сказала: «Милый мой, у меня есть замечательное предложение. А он ей сказал: созвонимся. Наивно ожидаем секретики старые, когда ж мы кончим брать на самом деле дистанция с названием «Правдивые миры». Но как сказал один пример, уж рельсы кончились, а станции все нет. Потерпите. Быстро.
Скорее хрупок был он и затылком нездоров. Он мнил себя изгоем, но пойти на криминал не смел, пока лекарств не принимал. Вранье, что сей изгой, истерзанный тоской, решил-таки отравить супермаркет на Тверской. Решить-то он решил, но не отравил же учтен. Эксперты разберутся, что почем. Неправда, что была пальба и все дела, пальба была потом, и лишь бы строго извела. Мечтателем он был и домечтался до беды, а может, начитался ерунды. Трубой бы не моргал, а этот маркинал три дня топтался в центре, супермаркет выбирал, а выбравший провел дрожащей тланью по губе. Стал готовить сам себе. Чтоб вышла без улик, в подвал он проник, охрану сосчитал, сигнализацию постиг. Он даже куш прикинул, тоже фокусник смешно, и понял, что не выйдет, не дано. Для виду наш Макир в корзину взял кефир, к воротам развернулся, но узнал его кассир. За партой с ним сидел, когда-то в классе он шестом, пришлось потолковать о прожитом. Не так стерпена, судите, господа, ему кассира в долю, кассу, в сумку и айда. А он челновошим погибал, навстречу ему, и медленно в Чертаново убрел. Вранье, что скрылся он с деньгами за кордон, он еле заказал себе билет на Лиссабон. И 1 апреля вышел из дому с утра, а найден был 4-го вчера. Что были вы, друзья? Опять пример вранья. Иные даже врут, что он и был, как будто я. Нерадостно, конечно, до людей не закружить. Мечтать предпочитают, а не жить. Русско-португальским разговорником в руке, безумная улыбка на безжизненных устах внушала сожаление, но не страх. А сколько ложных мук, а сколько сразу вдруг. Неправда, все неправда, все неправда, все вокруг. Тоской истерзан я лекарство за щеку кладу и медленно в Чертаново приду. Субтитры сделал DimaTorzok.
плоды, те же крестики вороньи, те же заячьи следы, да березы, да дачьи гнезда, да сорочи, дерева, те же елки, те же звезды, та же русская зима. Глянет нас, помянет, жили были годы, и прижмется к синеву, и задышит горячо. Глянет месяца тревоги через левое плечо. Глянет месяца тревоги через левое плечо. Головка заглубленная, бестолковая.
болотами. Весна встречает рассвет, и все не за кого-то. Со мной нет кого-то, а где найти кого-то? Могу и себя обойти, чтобы найти кого-то. Чтобы найти кого-то, могу и себя обойти. Спасибо вам, люди, за дружбу со мной.
диски продаются прямо вот здесь, вот возле сцены. Евгений Николаевич вам недорого продаст хорошие диски.